Йоу, баннер, на связи Kicks Contest, Леха Матрас, Fly White. Мы находимся в Казани на играх будущего, и здесь мы тестируем Anta Skyline 2. Взлетай! Кроссовки на тест нам предоставили Anta Sports. У них на сайте вы сможете найти большой ассортимент продукции Anta, и специально для наших баллеров они предоставляют скидку целых 15% на все расцветки Skyline 2 по промокоду KSSKY2. Ссылка на магазин будет в описании. По размеру вторые Skyline отлично сели на мой 12 US, но это если брать длину. По ширине, конечно, остается много пространства в пальцевой коробке, из-за чего стопа гуляет и бьется о стенки кроссовок при резких остановках. Плюс, так же как и в первых Skyline, требуется время на разбивку, ибо изначально корпус немного дубоватый. После парочки тренировок становится поприятнее, скованность движений пропадает. В пяточной части добротные смягчающие поды, ничего не натираешь, шнурки не передавливают стопу. Вентиляции здесь недостаточно, так как половина корпуса состоит из синтетической кожи, а вторая из плотного сетчатого материала, который слабо пропускает воздух. За амортизацию в Skyline отвечает топовая антовская пена Nitro Edge, которую они используют во флагманских моделях. Я, конечно, дал максимально возможную нагрузку, отпрыгал в Казани на шоу, потом после шоу еще сэшн устроил, и это помимо прочих тренировок и игр. Ну и что в итоге? Пена таки дала сбой, пяточку начала пробивать. Ее слой здесь небольшой, и есть подозрение, что состав у нее немного другой, она более мягкая. Но если не летать как псих, то пойдет, для горизонтальных нагрузок достаточно. Ну а что касается чувства корта, то с этим в Skyline все в порядке. Протектор здесь выполнен из двух частей. Одна, которая красная, она более жесткая, с рисунком протектора елочка, но большей площадью соприкосновения с кортом. Вся остальная область более мягкая и с рисунком протектора в виде ромбиков с тонкими линиями. Но основная нагрузка идет на красную зону. Кроссовки скрипят, и если их протереть, пару раз цепляются. Но далее уже идут микропроскальзывания, так что сцепление не идеально. В нашем магазине на Wildberries, где вы сможете найти крутые джерси, шорты, мячи и носки, сейчас проходит лютый конкурс отзывов, где мы разыгрываем 5 пар кроссовок и 5 возвратов денег за товар. Шансы выиграть очень велики. Можешь поставить на паузу и прочитать все подробности конкурса. Удачи всем баллерам! Материалы у Skyline 2.0, как и у первых, довольно достойные. Хорошее плетение корпуса, классный кожаный бортик с внешней стороны, выполненный под крокодилью кожу, люверсы металлические, логотип термополиуретановый. При условии, что кроссовки стоят 13 тысяч, это очень даже хорошо. Качество сборки отличное, все прошито ровно, нитки и клей не торчат. Вес в размере 12 US составил 427 грамм, что является хорошим показателем. В носовой части слишком много пространства. Причем, повторюсь, кроссовки отлично мне садятся по длине. И стопа у меня не узкая, ибо многие кроссовки мне сжимают ее как тиски. Но тут прям полно пространства, и никак эту область не зафиксировать, так что стопа гуляет внутри кроссовка. За пределы ей не дает выйти нахлест из пены и логотип Anta из термополиуретана. Средняя часть отлично фиксируется шнурками и дополнительными нитями, которые называются Harness Line. Это тоже, кстати, преемственность от первой модели. Ну и пяточный стакан плотный. Пятка не съезжает и благодаря внутренним подам не гуляет вверх и вниз. Также здесь есть ярко выраженный мощный боковой аутриггер, который не дает кроссовкам заваливаться на бок. Самое интересное, что несмотря на то, что здесь есть стабилизирующая пластина, она не спасает кроссовки от скручивания. Семьдесят 78 баллов набирают Anta Skyline 2.0.
Да, это сильно меньше, чем предыдущая модель. По каждому параметру есть какие-то небольшие провалы. Они не сильно критичны, но в общей картине снижают функционал модели до такого уровня. Чуть не дотягивают до кроссовок для данкеров, чуть не дотягивают до кроссовок для чистого баскета. Даже на улицу это не лучший вариант, так как белая часть подошвы быстро сотрется. Ее прекрасное действие проходило в зале кампуса за сеть крутых спортивных залов по доступным ценам. Ссылка на них будет в описании. Также в описании будет ссылка на телеграм-бот, который подберет тебе кроссовки под твои параметры, учитывая все твои пожелания. И еще даже предоставит на них скидку. Так что обязательно смотри, что там в описании такого написано. Ну, а с вами были Kicks Contest, Леха Матрас, Fly White. Такой вот классный мяч и много чего еще классного у нас в нашем магазине на Wildberries. Также там вводишь Kicks Contest и просто получаешь гору всего крутого. Там сейчас проходит конкурс отзывов. Написал отзыв и получил приз. Либо кроссы, либо вернутся бабки за товар. Поэтому участвуй и выигрывай. Как я уже сказал, с вами был Леха Матрас, Fly White. Всем peace. Кушайте супчик.